Отвечаем на хейт от наших православных единоверцев. Мы такие же православные христиане, как и вы. Мы мазаны с вами одним миром и причащаемся от одной евхаристической чаши. Но в отличие от вас, мы не просто имеем богословское образование, а нам нравится изучать нашу веру. Нам нравится разговаривать с людьми о религии. Нас интересует общественно-политическая и религиозная жизнь, в том числе и в церкви РПЦ. А еще мы критически оцениваем любую информацию, которую мы слышим, и не глотаем информационный мусор только из-за того, что на нем написан бренд православно, или это сказал патриарх, или хорошо пропиаренный духовник, типа старец. А еще мы не путаем между собой понятия религия, политика, субкультура, суеверие, мракобесие, и не позволяем собой манипулировать через церковь и злоупотребление религиозными чувствами.